Тюменская область относится к зоне рискованного земледелия, и тем не менее нашим аграриям есть чем гордиться. Мы входим в тройку регионов-лидеров в стране по развитию сельхозкооперации. Занимаем 7-е место в России по площади картофельных полей, а по урожайности 2-го хлеба стабильно на 1-м месте в федеральном округе. Что касается зерновых и зернобобовых культур, в этом году их собирали по 25 центнеров с гектара, и это лучший показатель на всей территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Тюменская область входит в топ-7 регионов страны по производству яиц – 925 штук в год на одного жителя. В 2016-м общий объем выпуска всех фабрик превысил 1 миллиард 300 миллионов.